Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас в начале очередной торговой недели. Снова после выходных мы с вами возвращаемся на финансовые рынки и продолжаем анализировать новостной фон, события, инфоповоды, которые появляются, для того, чтобы понять, собственно, как действовать по основным инструментам рынка Форекс, фондовых активов. И если уж есть что-то совсем интересное, мы, конечно же, не забываем также и про криптоиндустрию. Прошлая неделя очень результативная для нас, не только для нас, для тех, кто все же верил в слабость рисковых инструментов, хотел видеть нефть более дешевой и продолжает верить, собственно, в доллар. Поскольку на прошлой неделе мы с вами убедились в том, что эти посылы, эти ожидания, они уже отрабатываются на площадках, и если мы останемся преданными этим идеям еще какое-то время, то уверен, цели будут достигнуты. Собственно, на прошлой неделе мы фактически по нефтянке добрались до апрельского минимума. Нам не хватило в прямом смысле всего лишь несколько десятков центов, чтобы коснуться поддержки в $70 за баррель. После того, как был зафиксирован вот этот минимальный недельный и, можно сказать, многомесячный минимум, покупатели смогли локально перехватить инициативу. Опять же, уверяю вас, друзья, ненадолго, поэтому если вы, опять же, верите в тот фундамент, который сложился, разумеется, исключительно медвежий для рынка черного золота, я думаю, что мои комментарии, может быть, даже излишни касательно того, чтобы, скажем, убедить, замотивировать вас в том, чтобы оставаться в продажах, потому что вы и сами знаете, что именно только с таким направлением рынка сейчас можно рассчитывать на куда больший профит, особенно с учетом, опять же, трейда на более длительную дистанцию. Причин для слабости нефти очень много. Мы все же работаем в основном с ожиданиями большего предложения на фоне снижающихся темпов мировой экономики, как следствие более низкого спроса. Эта тема еще будет актуальна продолжительное время. Я думаю, что мы успеем отработать и $70 за баррель на этом фундаменте, может быть, даже сможем пройти еще ниже. А если на рынке появятся дополнительные катализаторы, события, комментарии, либо, скажем, заявления от отдельных представителей ОПЕК, России, то, возможно, сможем забраться даже еще ниже. А пока что, разумеется, отказываться ни в коем случае от продаж не стоит, потому что даже локальная статистика на прошлой неделе была на нашей стороне. Запасы, вы помните, в Штатах резко просели на 6,8 миллиона. Ожидалась совершенно другая цифра. И, будучи реалистами, мы с вами, помните, тоже попробовали провести такой блиц-разбор полетов по этой статистике. Конечно же, логично было бы увидеть сейчас совершенно другие цифры. Тем не менее, статистика, ну, вот такая, как есть на текущий момент, в данном случае она поддерживает наши с вами сделки, которые предполагают продажу черного золота Brent и WTI. Я думаю, что стоит пока придерживаться этих ориентиров. То, что мы по нефти выросли в четверг и в пятницу, это можно связать также с появившимися на рынке комментариями о том, что США готовы возобновить переговоры с Китаем, либо Китай готов возобновить переговоры с США. Но я, опять же, не очень-то верю в возможность какого-то позитивного исхода, даже если состоится реальная официальная встреча, потому что их очень много было, и в итоге ни к чему не пришли, никаких договоренностей не было достигнуто, и США продолжают проводить исключительную протекционистскую политику, тире политику торговой войны против Китая. И Китай делает, собственно, то же самое. В какой-то позитивный сдвиг в этой конфронтации, конфликте я на какой-то позитивный сдвиг не надеюсь, не рассчитываю. Поэтому считаю, что торговая война, которая была развязана Штатами, в любом случае скажется на темпах экономического роста. Ну и вы прекрасно понимаете, как это отразится, собственно, на спросе на нефтянку. Вообще нет никаких причин, чтобы сейчас нефть покупать. Если когда-то, скажем, ранее можно было бы зацепиться за статистику по той же самой
по запасам статистику от администрации аналитической информации. Но даже в этот раз она на стороне продавцов. Я предлагаю, друзья, ставить как минимум на $70 за баррель. Я уверен, то, что медведи планируют добраться до этого уровня, и произойдет это в самое ближайшее время. 67.04, через 24 минуты стартуют торги на ММВБ. Соответственно, ожидаю, что рубль продолжит консолидироваться там в диапазоне 67-67,5 доллара за баррель, но не продолжительный период времени, потому что в конце концов очень скоро вступят в силу новые санкции против России, о которых мы уже говорили, касающиеся и деятельности, точнее запрета на проведение традиционных, обычных, классических долларовых операций через корсчета зарубежных партнеров. Мы говорили и о ограничениях, которые могут быть наложены на резидентов в плане работы с российским долгом. Ну и, разумеется, друзья, мы продолжаем, говоря про рубль, еще и отталкиваться от ожиданий слабости нефти. Поэтому логично сложить весь этот фон воедино и, понимая, насколько рубль, в принципе, уже оказывался в такой критической ситуации, в ситуации жестких фундаментальных тисков, он из них не выбрался, и я думаю, что вряд ли выберется, ну, в ближайшие несколько месяцев точно. Поэтому здесь у кого насколько смелости хватит в плане ожиданий по девальвации, кто, скажем, из вас будет большим реалистом, кто большим, там, скажем, пессимистом и так далее. Надеюсь, что, опять же, реальная оценка того, что происходит сейчас, не позволяет вам, может быть, даже из каких-то патриотических чувств оказаться на стороне тех, кто верит в какое-то хорошее будущее для рубля. Потому что, ну, специфика такова, что мы не просто так находимся на текущих значениях. Мы сделали, друзья, наш с вами профильный долгосрочный ориентир. Замахнулись уже на новую цель — 70 рублей за доллар. Я думаю, что это более чем реально. Евро против доллара. Сейчас мы видим то, что европейская валюта снова находится под давлением небольшим. Кстати, распродажа риска, которые сейчас наблюдаются на азиатской сессии, может быть, отчасти являются следствием ослабления турецкой лиры. Ну, правда, тоже пока что не сильно выраженная. Мы в последние дни работали с какими-то чудовищными движениями турецкой лиры против евро и доллара. А сейчас, собственно, торги более вялые, но не нужно из-за этого расстраиваться, потому что понедельник обычно торговая сессия спокойная. У нас рынок раскачивается ближе уже к середине, тем более, что в этот раз на этой неделе у нас с вами куча отчетов серьезно, что стоят только одни протоколы Федрезерва, которые точно уж приведут в движение площадки, и мы будем к этому готовы. То, что сейчас волатильность движения несколько там пунктов, ну, это ерунда, опять же, день только начинается, все может резко и кардинальным образом измениться, примерно причин мощнейших движений в отношении рисковых активов. И, может быть, как раз с чем-то зародышевым в этом плане мы уже начинаем работать сейчас. По евро ожидания у нас долгосрочные медвежьи, но я предложил вам на прошлой неделе не испытывать удачи. У нас, собственно, был хороший такой резонанс от фундамента, точнее слабость евро. Мы очень сильно просели. Я не ожидал, что быстро мы доберемся там до того же самого уровня 1.13. После этого пошло небольшое восстановление. Я порекомендовал вам закрыть позиции. Друзья, по-прежнему для тех, кто еще без сделок по евро, и уж тем более для тех, кто торгует не через долгосрочные ожидания и спекуляции, нужно дождаться отката, еще большего отката. Он реально возможен. Я думаю, что, в принципе, мы можем увидеть восстановление евро в ближайшие дни даже до отметки 1.15, может быть, даже чуть повыше. Поэтому, если хочется совсем уж приобщиться к торговле европейской валютой, и вы хотите быть уверены в том, что в случае чего этого отката вы сможете, скажем, поймать максимально комфортный уровень для долгосрочных продаж, я предлагаю поставить отложки. Это, во-первых, небольшим объемом на отметке 1.1480, 1.1490 и чуть побольшим объемом отложку на отметке 1.1550. Разумеется, это уровни выше текущих, поэтому мы работаем с ордером sell
лимит. Против европейской валюты будет действовать не только традиционный для нас с вами набор фундаментальных факторов, это контраст политики, это и тот же самый турецкий вопрос, опять же, обеспокоенность и явные опасения за сохранность европейских активов на территории Турции. Это очень болезненная тема. Мы помним, о каких суммах речь идет. И в случае, если Турция, опять же, этот кризис, который кто-то говорит валютный, ну да, с учетом того, что происходило с валютой, действительно, поспорить с этим сложно. Но я думаю, что можно уже взять побольше. Это полноценный экономический кризис, может перерасти в дефолт. И, разумеется, этот дефолт будет означать неспособность отвечать по своим долговым обязательствам. Поэтому то, что банки еврозоны сейчас с опасением, опять же, мониторят новостной фон, и с большей внимательностью, может быть, сейчас относится к позиции Трампа и его твиту. Это очевидный уже факт. Ну, это, собственно, их головные боли. У нас совершенно другие заботы. Друзья, нам нужна волатильность, нам нужны движения. И нужно, чтобы, конечно же, эти движения совпадали с нашими ориентирами. Против евро я еще с большим удовольствием хочу привести вам доказательство слабости. Это отчет по индексу потребительских цен. Собственно, в годовом выражении то же самое значение, что и раньше, 2,1%. Базовая инфляция также на прежней планке 1,1%. Однако, если мы будем рассматривать не годовой эквивалент, а месячный, здесь сможем убедиться в том, что базовая инфляция просела на минус 0,5% против прошлой нулевой отметки. Это как раз и есть уже тревожный звонок того, что инфляция в целом начинает снижаться. Мы уверен, через месяц-два увидим это и в основном показатель индекса потребительских цен, который учитывает цены на энергоносители. Логика простая. Напоминаю, что нефть влияет, цены на нефть влияют на инфляцию с временным лагом, примерно в 1,5-2 месяца. Соответственно, через месяц мы с вами как раз и должны увидеть, как сказался на показателе инфляции обвал котировок нефти с 80, считай, до $70 за баррель. Поэтому европейское заседание Европейского центрального банка также уже будет ближе к этому. Ну и, наверное, Драги, как мы с вами предполагали, все же снова отметит важность этих экономических стимулов. Ну, не будем хорошо забегать вперед, возьмет ли он паузу сворачиванию программы количественного смягчения. Для нас, для продавцов, было бы уж совсем круто, если бы такое решение было бы принято. Но пока достаточно даже того, что есть. Это слабая инфляция, это риски отношений торговых США, это турецкие риски, это и сильный доллар. Ну вот выбирайте, что хотите, каждый из этих факторов достоин, чтобы притопить позиции евро. Поэтому цели, ожидания, отложки, ну, ясны, ясно, с чем работаем. Давайте дальше. Фунт против доллара 1.12, точнее 1.2744. Я предлагаю по британцу рискнуть и продавать прямо из текущих значений, там даже и несколько хороших технических уровней. Опять же, ушли мы выше 150-дневной скользящей средней. Считаю, что это тоже неплохой сигнал, чтобы присматриваться уже к продажам. Ну а для тех, как я уже отметил, любит рисковать и готов это делать, с оглядкой, опять же, на фундамент, явно способствующий продажам. Друзья, можно, собственно, продавать, а цели, вы помните, у нас 1.25, они неизменны, я думаю, что доберемся до этого уровня уж точно. Австралиец против доллара, сделка, sell stop 0.7250, можете взять на вооружение этот уровень отложенный. Я предлагаю вам, как и раньше, ставить на слабости австралийца, тем более, что на прошлой неделе мы с вами прекрасно убедились в том, что ничего не изменилось в рамках Резервного банка Австралии на основании тех комментариев, которые мы услышали от председателя Резервного банка Австралии Филиппа Лоу. Собственно, он повторил, что политика будет оставаться мягкой, текущий курс он устраивает, собственно, Резервный банк Австралии и соответствует ценам по экономическому росту. И более того, Филипп Лоу заметил то, что, возможно, для экономики было бы большим благом сейчас увидеть более слабую валюту, потому что Австралия по-прежнему работает на Китай по экспорту, и учитывая то, что снижается курс юаня, конечно же, сейчас также нужно проводить параллельную девальвацию и австралийской валюты, чтобы австралийский экспорт
не дорожал, собственно, для китайских покупателей. Ну, я думаю, что эта торговая политика, она ясна. Это, безусловно, долгосрочный фактор воздействия на курс австралийца. Ну и у нас и цели с вами взять не, там, не какие-то 50-70 пунктов. У нас цель с вами урвать несколько сотен пунктов. Мы с вами добрались до отметки 0.73 ранее. Сейчас уже ждем цель пониже 0.70. До нее с отложки, с активацией уровня 0.7250, разумеется, будет 250 пунктов. Поэтому давайте пожелаем друг другу удачи, чтобы сделать и эту сделку. Ну, раз уж снижаются так рисковые активы, мне кажется, сейчас грех не пользоваться такими тенденциями и не зарабатывать. Доллар-канадец. Как и ожидалось, друзья, мы правильно с вами сделали, что пока что не поставили на доллар против канадца, потому что были такие, не знаю, сакральные глубины, внутренние ожидания того, что трейдеры все равно сфокусируются на перспективу повышения процентной ставки в Канаде. В пятницу вышли сильные данные по инфляции. Чтобы вы понимали, это не просто статистика лучше, чем месяц назад. Это прирост, по-моему, многолетний. По инфляции 3% в годовом выражении сразу с 2,5, базовая инфляция скакнула на 0,3% с 1,3 до 1,6. И после этих отчетов вероятность того, что на заседании в октябре, по-моему, оно состоится 24 октября, Банк Канады поднимет процентную ставку, перевалило за 80%. Собственно, на этой неделе у нас выступление Каролины Уилкинс, которая является заместителем председателя резервного, точнее, банка Канады. В 15.15, друзья, сегодня состоится ее речь, ну, конечно же, послушаем. По содержанию экономического календаря этому событию не уделяют достаточно много внимания. Давайте не будем допускать и делать ошибки многих. Все же заранее подготовимся к тому, что влияние на канадца будет существенным, потому что Каролина Уилкинс, конечно же, будет говорить о перспективах повышения процентной ставки и о том, на каком этапе сейчас находятся переговоры по НАФТА. Безусловно, она в них не участвует, но мне кажется, скажем, чиновник ее уровня осведомлен, скажем, о том, стоит ли Канаде рассчитывать на какое-то снисхождение со стороны США, потому что в конце концов именно Каролина Уилкинс будет работать с теми рисками, с которыми столкнется Канада, если США все же не поддержат идею нового североамериканского торгового альянса а-ля НАФТА. Есть также идея, друзья, что не нужно верить в то, что переговоры по НАФТА будут безрезультативными для Канады, потому что очевидно, что США объявили войну сейчас торговую Китаю, поэтому распыляться на несколько фронтов, возможно, США и не станут, и попробуют быстренько договориться с теми, кто находится в непосредственной географической близости. Ну, это, скажем, такое лирическое умозаключение. Я думаю, что, наверное, реальность, она совершенно иная, и Штаты не думают о том, стоит ли там распыляться, не видят риски введения торговых войн сразу на несколько фронтов, хотя бы потому, что Штаты взяли на вооружение вот позицию тотального и всеобщего протекционизма без каких-либо поблажек, без каких-либо, скажем, уступок для прочих партнеров. Поэтому по Канаде я считаю, что мы сейчас в целом, ну, можем, конечно же, говорить и об этом, можем говорить о перспективах НАФТА, но пока что нет каких-то новых вводных, и особо за эту тему цепляться не нужно. Вот когда на рынке придут сообщения о том, что достигнуто какое-то соглашение, договоренность, либо есть надежда на то, что они будут достигнуты, либо, напротив, не достигнуты соглашения, договоренность, тогда и будем уже спекулировать этой темой. А пока что я предпочитаю сфокусироваться на повышении процентной ставки. Также на этой неделе у нас еще розничные продажи. После таких данных по инфляции уверен, что розница также будет выше всяких похвал. Поэтому наша с вами позиция покупки канадского доллара против американского доллара должна сохранять свою актуальность. И кто знает, друзья, может быть, нам все-таки удастся сделать такую амбициозную цель, как 1.28. Я пока от нее не отказываюсь. Доллар-иена, сделку с buy-limit с отметки 110.23 предлагаю вам. Сейчас котировки чуть выше 110.50. В целом доллар немножечко теряет против иены. Опять же, может быть, это следствие текущего небольшого по меркам процентного выражения
сопоставляя с ослаблением прошлых торговых сессий, небольшой слабости турецкой лиры, но все равно слабость доллара, она не настолько существенна, чтобы у нас была причина волноваться и переживать. Если мы посмотрим на такую медиану ценовых уровней за последние недели, то доллар японская иена, в принципе, держится вот на этой средней линии, ждет, может быть, новых катализаторов, тем более, что на этой неделе катализаторы есть. Мы ждем с вами протоколы в 21.00 по московскому времени, в среду традиционно. Я считаю, что протоколы как раз смогут укрепить позиции американского доллара. Также, друзья, на этой неделе проходит традиционная для августа встреча банкиров в Джексон Холле. Мы будем следить за этим событием. Напоминаю, что это событие важно для финансовых рынков в плане волатильности, потому что каждый раз, когда мы следим за выступлениями, скажем, ключевых банкиров, будь то представители Европейского центрального банка, ФРС, все они там будут, конечно же, речь идет о монетарных политиках. Можно сказать, что выступление в Джексон-Холле – это бонусное заседание соответствующего регулятора, скажем так, 13-е в году. В данном случае недооценивать, конечно же, этот новостной фон мы с вами точно не будем, но попробуем использовать риторику отдельных представителей, чтобы убедиться в том, что мы все правильно делаем, продавая то же самое евро и покупая доллар. Ну, на самом деле, по конкретике поговорим уже позже, непосредственно после выступления соответствующих лиц. Друзья, на этом, собственно, все. Большое всем спасибо за внимание. Хорошей вам прибыльной торговой недели. Увидимся мы с вами завтра, как всегда, в 9.30 по московскому времени. В прямом эфире через Перископ. Всего доброго. До свидания.